Катания – город из лавы. Катания находится в 54 километрах от действующего вулкана Этна. Всю свою историю Этна разрушала Катанию, но город отстраивался вновь и вновь. Последнее восстановление Катания в стиле барокко началось в 18 веке. Город контрастов Катания основан в 8 веке до нашей эры греками. Покровительница города – святая Агата. Там, где мы жили, место и называют музеем. Там все старое и древнее. Чтобы попасть на соборную центральную площадь, можно пройти двумя дорогами. Одна ведет через парк, вторая – через рыбно-продуктовый рынок. Соборная площадь Катания или Пьяцца дель Дуомо. Отсюда начинаются все экскурсии. В центре фонтан-слон, символ города. Слон вырезан из куска лавы в далекие времена, то ли арабами, то ли римлянами. На спине слона белая мантия с гербом святой Агаты. Далее виден гранитный египетский обелиск. Над обелиском шар и крест в окружении оливковых ветвей. Кафедральный собор Святой Агаты. Начало строительства 11 век. Простоял собор до землетрясения 5 веков. Восстановлен собор в 18 веке зодчим Вакарини. Кафедральный собор украшен статуями святых, как символ уберечь город от очередного извержения вулкана Этны. Внутри храма расположена капелла святой Агаты. Над алтарем изображен сюжет коронации святой. Фонтан Аминано расположен на соборной площади около рыбного рынка. Фонтан построен в 1837 году из мрамора. Юноша символизирует реку Аминано. Во время очередного землетрясения лава накрыла русло реки, но струя воды пробила лаву. Здесь и установили фонтан, а реку спрятали под землю. Церковь аббатства Святой Агаты в стиле барокко. Церковь – еще и смотровая площадка, вход на которую стоит 3 евро.
со смотровой площадки открываются виды Катании. Катанийский университет основан в 1434 году. Языки обучения – итальянский и английский. Ворота Гарибальди, построенные в 1768 году в честь короля Фердинанда IV и его жены. Очень странное здание – церковь Святого Николая, построенное в 1687 году. Церковь самая большая на Сицилии, высота 66 метров. Церковь так и не восстановлена после землетрясения 1693 года. Бенедиктинский монастырь – самый крупный в Европе. Монастырь больше похож на дворец, чем на религиозное здание. Начало строительства – 16 век. Сейчас здесь университет литературы и философии. Церковь 18 века – Сан-Плачидо. Памятник блаженного кардинала. Рядом церковь святого Франциска. Базилика Марии или Соборная Церковь. Построена в 1768 году, позднее барокко. Церковь Сан-Бенедетто. Построена в 1713 году. Церковь Святого Франциска Борджиа. Амфитеатр Катании, самый большой на Сицилии, вмещал до 20 тысяч зрителей. Погребен под лаву в 251 году нашей эры. Метро Катания насчитывает 6 станций, перевозит 1600 пассажиров в сутки. Чтобы он ее не увез в подземный мир. Они сдерживают ее, хотят отбить.
расщепился и разразилась земля на две половинки. Фонтан Прозерпина находится рядом с вокзалом. В греческой мифологии Прозерпина вышла прогуляться со своими подругами-нимфами. Ее увидел Плутон. Плутону понравилась Прозерпина, и он решил ее украсть. Он посадил ее в свою колесницу. В момент композиции фонтана кони топчут подруг Прозерпины. Море, пляж платный, с охраной, спасателями. Рядом собачий пляж. Thank you.